Катрины Создателя. Заря поднимается очень медленно. Объективный процесс пробуждения. Люди понимают, что все тленно. Вечно только к Богу движение. Это движение подтверждает подобие. Точнее, родство Богу. В древности религии были удобнее, чтобы люди шли в ногу. Раньше религии объединяли людей. Были единые нормы и постулаты. Были хозяева и отряд рабов, не людей. В стране жили рабы и хозяева, супостаты. Суть человеческая одна, но формы разные. Одним все, а другим ничего. У хозяев жизнь была праздная. Другие по-рабски убирали жнивье. Этим отличалась пятая раз. Даже ученые принимали это. Не было Бога и к нему трассы. Фактически, на Бога было наложено вето. Люди по происхождению не могут смириться. Люди испытывали несправедливость. Внутреннее сопротивление в душе стучится. Это будет рабскую в людях сонливость. Веками были войны и революции. Родились свободными, упали в рабство. Сломало сознание 800 лет инквизиции. Пятая раса — это было тьмы царства. Но каждую эпоху меняет другая эпоха. Все в соответствии с календарем. Люди во все века готовят тьме подвоху. Дети — рабы. Не объяснить матерям. Поколение меняет предыдущее. Растет, несмотря ни на что, сознание. В конце эпохи люди хотят знать будущее. Рабство — это не жизнь, пришло понимание. Первый шаг к равенству за Россией. Чтобы победить, одной революции мало. Люди поняли, что у Руси роль мессии. Люди увидели, что со страной стало. После кровопролития появился союз. Были лозунги, но сознания не было. Лозунгов хватило на 70 раз. На два поколения только хватило. Нужно было обратиться к Создателю. Но на пути к Богу стояли религии. Удобно было всем обывателям. На людей власть нацепила вериги. Ученые не помогли человечеству. У них рациональное было мышление. Не было даже попытки создать Отечество. Не получилось к Богу движение. Для шестой эпохи нужна другая идеология. Одного равенства не хватает. Внутри людей есть еще рабская психология. Равенство людей постоянно тает. Сегодня надо единство в Боге. Одна идеология на все человечество. Нужно очищение, а потом и итоги. Без этого нет единого в духе Отечества. Сегодня Бог записан уже в Конституции. Но это лишь первый шаг. Русь с Богом – это новой страны конструкция. В этой структуре религия получит мат. Сражение с властью и религией одновременно. Помочь людям обещал Создатель. В Союзе религии не было временно. Народ в стране был ее Созидателем. Последняя революция вернула религию. Сразу возродилось духовное рабство. Вернулись к людям, конечно, и вериги. К России вновь повернулось и папство. В Союзе не было никаких религий. Страна поспешила в небо и в рай. Трудно идти, когда на ногах вериги. Русь потеряла этот богатый край. Если хотите спасти себя и страну, надо соединиться в Боге. Религии только усилят кровавую рану. Рабство в духе будет итогом. Русь записала слово «Бог» в Конституции. Пора сделать и следующий шаг. Доктрина Бога — это страны конструкция. Это
триединство флаг. Бог, пророк и народ целое без религий. В шестой эпохе религий не будет. Свободное будет сознание без вериги. Человечество рабство забудет. Тьму будет победить проще. Трудно будет с религией, она внутри. Докажите, что не нужны людям вожжи. Для счастья люди с Богом будут одни. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 19 сентября 2021 года. Катрен. Последняя революция вернула религии. Идет общенародное обсуждение новой идеологии человечества. Приглашаем принять участие в дискуссии и ждем ваших предложений на портале doctrina.info. Давайте творить будущее вместе. doctrina.info